Первая часть марлезонского балета. А не хлопнуть ли нам по рюмашке? Заметьте, не я это предложил. Идемте. Вы присутствуете при историческом событии. Нога от бедра свободная пошла. Но где вы набрались этой пошлости? Вы же виляете бедрами, как непристойная женщина. А, влип, очкарик. Развяжите меня. А вы будете себя хорошо вести. Развяжите. Тьфу на вас. Мне ухаживать некогда. Вы привлекательны. Я чертовски привлекательен. Чего зря время терять? В полночь жду. А нет, торопиться не надо. Вовремя предать — это не предать, это предвидеть. Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Вильяма, знаете, нашего Шекспира? Сейчас мы пойдем через пространство. Птичку жалко. Хотя, честно говоря, не понимаю, с кем мы деремся, капитан, и для чего? А это не имеет никакого значения. Самое главное на войне – это война. Ой, тепленькая пошла. Главное, чтобы костюмчик сидел! Да ты ведьма! Да, не забудьте сказать, быть или не быть. Ну, граждане, алкоголики, хулиганы, тунеядцы, кто хочет сегодня поработать? Это студентка, комсомолка, спортсменка. Наконец она просто красавица. Вы, конечно, можете отказаться. Но, детка, я не трус. Я боюсь. Воздух монастыря. Боже мой. Меня всегда сюда тянуло. Тянуло, конечно. Монастырь-то женский. Нет-нет, я лучше посмотрю на вашу машину. Она мне очень понравилась. Я очень рад. Вы первый, кто увидел. Вы, так сказать, первый свидетель. Смотрите мне на спинку, пожалуйста. Тьфу на вас еще раз. Какая гадость, какая гадость это ваша заливная рыба. Обидно, клянусь, обидно, ну, ничего не сделал, да? Только вошел, хулиганка. Нет такого народа, которого бы я не мог посадить в Бастилию. Замуровали. Замуровали, демоны. На его месте должен был быть я. Напьешься будешь. Мы чужие на этом празднике жизни. Женщина я или не женщина? А? Не разобрал. Бац, бац, и мимо. Наши люди в булочную на такси не ездят. Лично я хожу на службу только потому, что она меня облагораживает. Орхидеи еще не зацвели. Я без пропитания оставаться не могу. Где же я буду харчеваться? Затем на развалинах часовни... Простите, часовню тоже я развалил? Горим, не горим? Что такое, а? Ша, разойдемся красиво. Вот смотрит. Вы на мне дыру протрете. Я за машину родину продал. Хватит! Мы тупеем на этой войне, господа. Чик, и ты уже на небесах. Положь трубку. Чего? Положь трубку!